Вот я больше всего в жизни люблю одиночество. Я уже настолько привык жить один, что я могу встретить человека 2-3 дня с ним побыть. Не от того, что он плохой, он может быть мой очень близкий друг, я его уважаю, брат, но я дискомфорт начинаю внутри ощущать себя. Мне не по себе. Я такой человек, что я люблю сам себе со своими мыслями оставаться расслаблен. У меня аура такая, что вот я один. Мне хорошо одному, очень. Кто бы это ни был.